Режим ЧС федерального уровня вводят в Приморском крае из-за июльского циклона и сентябрьского тайфуна Хинамнор. Такое решение принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством главы МЧС России Александра Куренкова. С докладом на совещании выступил глава Приморья Олег Кожемяка. Два тайфуна 16 июля и 7 сентября, которые вызвали наводнение и самое сильное за всю историю наблюдения нарушения работы объектов транспортной инфраструктуры, энергетики, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. 16 июля в субъекте для органов управления сил территориальной подсистемы РСЧС введен режим чрезвычайной ситуации. Сложившая обстановка моим решением отнесена к чрезвычайной ситуации регионального характера. По предварительным данным, общий размер ущерба составляет 3 миллиарда 806 миллионов рублей. Сумма уточняется. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ экстренно привлечены группировка сил и средств в составе 716 человек, 292 единиц техники, в том числе Тихоокеанского флота и соседних субъектов Дальневосточного федерального округа. В ходе реагирования спасено 96 человек. Силами авиации МЧС и морским военным транспортом эвакуировано более 300 человек и около 40 автомобилей, как правило, из баз, которые находились на побережье, были отрезаны. Идет работа по восстановлению проездов, бродов к отрезанным населенным пунктам. Осталось отрезанными 10 населенных пунктов. Дорогу к ним пробивает Примавтодор, подрядные организации, работают спасатели МЧС по расчистке завалов. Губернатор поблагодарил главу МЧС России Александра Куренкова за своевременное реагирование и предоставление необходимых средств из материального резерва ведомства. Анна Дьякова, новости на восьмом.